Мы наконец-то встретились, причем едем как раз для того, чтобы как раз немножко подснять, ребят, то, что у нас, как идет проект. Я провел свой сбор небольшой и оказался удачный. Сбор пожертвований, точнее нет, это не пожертвования, конечно, это сбор средств на ЦПО для Украины. И сейчас я еду с вами, чтобы потратить эти средства на печки. Скажи, пожалуйста, а мы можем повлиять как-то, чтобы часть этих печек пошла в Херсон? Вообще. У меня все-таки сбор Херсон был. 100 печек отправить, просто вопрос в том, что в Херсон не ездят машины, вот эти грузовые из Польши, там слишком опасно. Мы можем доставить их в Харьков, вот то, что мы доставим. Конечно, скажем, это север, а Херсон это юг. И мы еще как-то посмотрим. Через Киев? Мы через Киев. 50 печек доставим в Киев, там, а дальше уже они будут расходиться. Мы сегодня вот находимся в цехе, где изготавливают печки. И для проекта, нашего проекта «Вернем тепло и свет в Украину», вот прям куплены и стоят эти 100 печек. И сегодня они куплены вот 10 тысяч, на 10 тысяч злотых Наташа Шевчукова от фонда, и на 24 тысячи злотых Андрей у нас вот. 10 декабря сбор частных пожертвований. Для Херсона мы сначала собирали на генераторы, но вот потом коллеги убедили меня, что важно собирать, важно прислушиваться к приоритетам, и что сейчас нужны не столько генераторы, сколько печки-буржуйки. И вот мы сейчас приехали на производство здесь, на юго-западе Польши, где производят эти буржуйки. И не мне одному, а мне с семьей нам удалось собрать 24 тысячи злотых. Это примерно 5600 долларов. Ну, сколько в печках, наверное, это получилось? Это получилось 71 печка. 71. Вообще, вот прям 71 печка, да, из 100 это сразу вот по твоему сбору. Вообще отлично. Да, мы очень рады, и мы очень надеемся, что эти печки поедут в Харьков и в Херсон. Наиболее проблемные сейчас, все проблемные, понятное дело, регионы, но очень надеемся, что мы там поможем людям. Делец производства, да. Такое, вот нам печка обещала на следующий день тоже сделать, поэтому у нас сейчас пока что есть там примерно наполовину этой суммы, если скинутся люди, то можем печек забрать еще и на следующей неделе. Да, поэтому, друзья, поддерживайте проект «Вернем тепло и свет в Украину». Мы на следующей неделе сможем тогда еще закупить больше печек и снова отправить их в Украину.